Я Гроздова. А мы Гроздики. Наш девиз. Красота спасет мир, а рецепт спасет красоту. История о том, как Орифлейм меняет людей. Представьте, Надежда Гроздова сидит дома и думает: как бы мне научиться делать красивый макияж и привести себя в порядок? А в это время Наталья Невзорова, золотой директор компании Орифлейм, сидит за компьютером и думает: кого бы сегодня пригласить на мастер-класс декоративного макияжа? И вдруг ее осенило. Она нашла ВКонтакте Надежду Гроздову, которую не видела 7 лет. Позвонить? Не позвони. Позвони. Алло. Надежда, здравствуй. Это кто? Я не узнала. Я Наталья Невзорова. Наталья, что же тебя привело мне позвонить? Мы с тобой уже не виделись целых 7 лет. Надежда, я хочу тебя пригласить на мастер-класс декоративного макияжа. Да ты что? Я только что сидела, смотрела ваш каталог и думала, как было замечательно научиться делать макияж, как у ваших моделей. Очень хорошо. Сегодня в 18:00. Тебя ждать? Замечательно. Я уже бегу. Надежда стала счастливо собираться на мастер-класс. И вот долгожданный 18:00. Надежда, летящей походкой, заходит в офис Новоначарского 10. Наденька, я так тебя давно не видела. Ты так изменилась. Да, прошло ведь уже 7 лет, Наташа. Наденька, а где же мой визажист, который мне будет сегодня делать макияж? А вот твой визажист. Познакомься. Наталья. Боже мой, сколько работы. И принялась Наталья за работу. Легким движением руки визажиста и косметики Орифлейм Надежда превратилась в красавицу. Посмотрев на себя в зеркало, она была приятно удивлена. Замечательно. Надежда, тебе понравилась продукция Орифлейм? Замечательно. Я очень рада. Но у нас также есть каталоги, где ты можешь увидеть весь ассортимент продуктов Орифлейм. Мне забыли губы накрасить в этом салоне. Продукцию Орифлейм весь ассортимент можешь увидеть и заказывать по каталогу. А если еще ты приобретешь дисконтную карту? Что-нибудь дисконтная карта? Это скидка на всю продукцию 23%. Замечательно. Например, если ты будешь покупать тональную основу против следов усталости за 219 рублей, то со скидкой 23% ты купишь ее за 186 рублей. Замечательно. А, Наденька, у тебя есть 5 друзей? Конечно, есть. Даже больше 5 есть. Если каждый из 5 друзей тебе закажет на 1000 рублей, у тебя будет 5000 рублей. Компания Орифлейм, ты отдашь всего 3800. Да? Найдешь сюда потратить 1200. Замечательно. Вот тебе каталог. Еще один. Хорошо, будет 2. И, пожалуйста, к понедельнику 50 баллов. Ты что? Ну ладно, буду стараться. Выбора нет. Надежда, поблагодарив Наталью, воодушевленно отправилась домой. В понедельник заказ был на столе у Натальи. Наталья, вот мой заказ на 80 баллов. Наденька, ты такая молодец, я тобой горжусь. Спасибо, Наташа. В этот момент Надежда гордилась собой. В следующие дни Надя активно собирала заказы. Она так потрудилась, что собрала заказов на 639 баллов. Директора подумали, нужно наградить Надежду.
и подарили ей принтер. Вот принтер. А также рассказали о других возможностях Oriflame. Наденька, если ты в компанию Oriflame приведешь 5 своих друзей и подключишь их под свой номер, и они также будут делать заказы по 150 баллов. Наташ, конь не резон, водись их, я же не буду зарабатывать. Не беспокойся, компания Oriflame тебя благодарит. А каким же это образом? От 3 до 21% от товарооборота. Замечательно. Я тебе верю, трудись. Спасибо, Наташа. Надежда активно стала приглашать всех своих знакомых, а потом и незнакомых. Теперь она добилась успеха. Она стала менеджером 18%. Но Надежда у нас амбициозная девушка. Она хочет стать бриллиантовым директором. И она создала свою команду. Надежда Красова. Будьте бриллиантовым директором.